В Бразилии весьма неожиданно закончилась встреча полуторагодовалого ребенка и ядовитой змеи. Играя во дворе, мальчик нашел рептилию под названием жарарака, укус которой смертельно опасен даже для взрослого. Почему незваная гостья оказалась у малыша в руках, а не бросилась на него и не уползла, неизвестно. Однако укусы получила именно она. Когда родители вышли во двор, ребенок жевал змею. Мальчика сразу же отправили в больницу, однако ни отравления ядом, ни каких-либо повреждений у него не обнаружили. Чего не скажешь о змее, выжить которой после укусов ребенка не удалось.